киношники, посиделки новогодние. Байкала на этот год календарь. Вот, пожалуйста. Горбенко не пришли. Сидельникова Людмила Николаевна, скажи. Спасибо. Луговский Роман Романович. Марина, выходи. Марина, передашь? Вот. Единственное, что я хочу еще немножечко похвастаться, я получила тут медаль от нашего общества за заслуги в сохранении наследия Отечества. Так вот, вы все к этому делу причастны. Валерий Михайлович, в прошлом был день рождения, но я лично не Ирина Петровна, особая благодарность от нас, Сергей Борисович. И Олег Антонович, Лазарю Исаковичу передайте, пожалуйста. Лазарь Исаакович,
просил всех поздравить с Новым годом, пожелать всем здоровья. Он сейчас, правда, лежит в больнице. Ну, голос у нее четкий, хороший, мне это понравилось. Ну, пока, говорит, я в больнице. Ну, вот вам всем привет, и от его жены Ирины Николаевны. Ну, а всем остальным будут сувениры. Да. Происходит на свете, а просто зима. Просто зима, полагаете вы, полагаю. Я ведь и сам, как умею, предполагаю. Ваши уснувшие ранние порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками в юбе старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель. Вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышу слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свинель. Шить сарафаны не платья и сушиться. Платья и сушиться. Раз, два, три. Так, два, три. Два, три. Ласкового коллектива сказать пару ласковых слов вашему коллективу. Да, да. Хорошо, что мы живем в такой стране благожелательной, где если одному человеку плохо, то другой человек всегда поможет. Согласны с этим? Да. Согласны. И если одного человека, один коллектив просто выгнали на улицу, в зиму, в сугроб бросили, голодных, холодных, совершенно, да, то другой коллектив нас принял, обогрел, обобрал. Ой, не обобрал. Подобрал. Подобрал, да. Да. И вот посмотрите, как нас кормят красиво и вкусно. Я хотел бы сказать огромное спасибо вашему коллективу, от нашего коллектива. Давайте дружить, давайте вместе создавать прекрасные творения. За нас! За большой коллектив! Ура! Можно выбрать любую. Надежда Викторовна, вы давайте это, выздоравливайте. А всякие инфекции убивается водка, мед и чеснок, сало, баня. И мужики иногда помогают. Ну, когда компания там туда-сюда, хворь сразу летает, проверенная. Так что давайте. Ему не нужны. А мы с тобой и подписывают книжки, а мы сидим и лопаем ковришки. С Новым годом! Спасибо, с Новым годом, вас тоже. С Новым годом! Здоровья вам всем! С Новым годом! С новым счастьем! Ура, ура! Ой, а где я?
А, вот я. Борис Ивановича, потому что если бы он в свое время, много-много лет назад, ну 20 уже, не отнесся ко мне серьезно, не тусил бы я здесь, не жил бы уже в Питере, потому что Питер перебрался в Лужу с его подачи, вот просто прямой. Ну и как нет, бы не больше. Не имел бы счастья. Если больше прилетит. Да, конечно, конечно. Мариночка, это до твоей дочери. Я же, смотрите, я же как бы не самый папа, я просто весь белый. Раз в году творить. Чистому свету в году слово твое говорить. Господи, дай мне прозрение. Дай мне талант возлюбить каждое Божье творение жизни незримую. Господи, дай благодать. Духом святым снизойди, милости сестрам и братьям в этом нелегком пути. Господи, дай избавление от искушения грехов. Мудрости дай и терпения всем, кто дарует любовь. Надежда. Осенний промозглый стылый ветер кружит листву, то в профиль, то в анфас. На нашей общей маленькой планете порой не видно и не слышно нас. Мы мурашами топчемся по коже, то в складках гора, то в долинах рек. Взирает сверху наш незримый Божий с надеждой, что найдется человек, один на всех, Мессия, Сын Божий, сумеет гордо голову поднять. Пришествие, оно еще возможно. Но мурашам-то в массе наплевать. За суетой, погоней за успехом, устроив мурашинные бега, в три горла жрать, захлебываясь семехом, раскармливаясь в тучное стадо. А дремлет Бог, отвергнувшим Мессию, не нужен веры искренний рассвет. Надежда возродится, коль в России вернется снова к Богу. Ну, тут недавнее событие про мурашей, да. Мураш Киркоров, Мураш Милявская и прочее меня зовут. Жизнь. Жизнь вспышка угасающей звезды, которая едва успев родиться, с небес сорвалась раненой птицей и отразилась бликом от волны. Жизнь отзвук, не нарушил тишину. Рассыпчатым и множественным эхо, в границах плача, в безграничье смеха, многоголосьем тает на ветру. Жизни путь для отрыва от земли, хоть крылья нам с рождения не дали, лишь воспарив в заоблачные дали себя в стремлении к цели обрести. Жизнь след неизмеримой поступи своей, оставленный в людских сердцах и душах, как росчерк, что кому-то очень нужен. Автограф бытия минувших дней, жизнь слиток из любви и сострадания. В нем щебет птиц и запахи цветов, воды прохлада, тяжести грехов. Жизнь дарит дар плохого мироздания, осознанной во множестве стихов. Тоски нагнал, да, ну и последняя самая тоски. Хвала! Скажи, Архангел Гавриил, ты знал, что будет с Сыном Божьим, когда Марии возвестил, что Деве Матерью стать должна, что без порока и греха уже под сердцем носит Сына, и чтобы Иисусом нарекла, в том воля Господа незрима, как ты ее оберегал, в чреве рос Спаситель мира, и силы Иосифу давал, чтоб сохранил жену и сына от взгляда, шепота, молвы, от желчи, злобы или яда, в том нет Иосифа вины, что Богородица с ним рядом. В момент рождения пастухи младенца радостно встречали. Осознавали ли они, что стадом Иисуса стали? Ну или паствы, так вернее. Вернее, так не так обидно. Властитель, царь среди людей, отца в Иисусовой молитве. И над яслями его свод покрылся белой груселью. И с ней ангелов полет, призыв к мирскому очищению. И трубный ангелов призыв, благая весть про Божье чадо.
Царь Ирод тотчас же притих. Мед подошла и села рядом. Скажи, архангел Гавриил, отец велел бежать в Египет, чтоб Ирод царь не изловил, не отправил на погибель. Уже тогда боялся Рим младенца, что не в колыбели, существованием своим вдруг стал опасен для империи. А значит, не от Бога власть у Цезаря и фараона. Иисусу не дали пропасть, отправив из родного дома в сопровождении хищных львов, что всю семью оберегали в страну языческих грехов. Египет все тогда бежали. Хвала, архангел Гавриил, ведь в честь твою на этом свете на вере ангел вострубил. Спасибо. Я.